Удобно, быстро и максимально просто оформить документы. Переходя на упрощенку, теперь можно не только в местной налоговой, но и в таких выездных пунктах. Первый открылся еще на прошлой неделе на столичном зеленом рынке. Сегодня принимать заявления на выезде начали в Бендерском торговом центре «Фестиваль». Многие предприниматели обращаются по поводу того, что нужно ли им переходить на упрощенную систему налогообложения. Сегодня 3 человека пришли с такой консультацией. И 2 человека, которые уже подали заявление на переход на упрощенную систему, с патентной системы на упрощенную. Для предпринимателей все предельно просто. Нужны паспорт и патент. На месте заполняется заявление, здесь же фото и оплата госпошлины 14,5 рублей. Вот и все. За документом уже нужно подойти в налоговую инспекцию, забрать свое разрешение через 3 рабочих дня. После подачи заявления. Не отрываясь от основной работы, подать заявку смогла и Анна Мамонова. В торговом центре у нее бутик детских товаров. Онлайн-кассу уже установили. Пейнт у нас, собственно, есть давно, поскольку мы с его помощью печатаем этикеточки на товар. Он у нас может печатать и чеки, и по необходимости мы их раньше выдавали людям. Мы будем сдавать один раз в год отчет, но один раз в год – это вполне приемлемый способ работы. Поэтому я думаю, что особых трудностей не возникнет при переходе. До Нового года перейти на упрощенку должна часть малого бизнеса сферы торговли, грузоперевозок и услуг. Принимать заявление Бендерская налоговая будет по графику с 9 до 16.00 каждый день на новом месте. На Вещевом, Центральном и Борисовском рынках, торговой галерее Покотовского, в Охотном ряду и торговых центрах Виктория, Элит, Бентекс и Пит. Там на упрощенку должно перейти больше всего предпринимателей.